Президент Петр Порошенко подписал закон о пенсионной реформе. Отныне размер минимальной пенсии составляет 1452 гривни. Это на 140 гривен больше, чем раньше. Новые выплаты пенсионеры получат уже в этом месяце. Пенсионный возраст повышать не будут. Но для того, чтобы выйти на пенсию в 60, нужно иметь трудовой стаж от 25 до 35 лет. Если его недостаточно, можно купить, но не более 5 лет. Кроме того, реформа предусматривает отмену досрочного выхода на пенсию. Законопроект передбачає не лише зараз підвищення, бо завжди пенсіонерам намагалися підвищити заробітну платню перед виборами. Ми це робимо зараз. І осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі.